Накануне Нового года руководители ГИБДД Асбеста и Заречного напомнили водителям о трезвом вождении. Начальники двух госавтоинспекций встретились на пересечении автодорог Екатеринбург-Тюмень, новое направление, и Белоярский Асбест. И это не случайно. Дело в том, что именно этот оживленный участок дороги проходит через территорию обслуживания двух госавтоинспекций. Жители двух городов Асбеста и Заречного часто передвигаются в данных направлениях на автотранспорте. Канун Нового года стал прекрасным поводом поздравить участников дорожного движения с наступающим праздником и напомнить о том, что за руль необходимо садиться с трезвой головой. Для этого начальник ОГИБДД Асбеста Иван Абрамов и заместитель начальника ОГИБДД Заречного Алексей Шихонин совместно с инспекторами ДПС останавливали транспортные средства. Полицейские вместо стандартной просьбы предъявить документы дарили апельсины. Эти цитрусовые вручались с целью привлечения внимания водителей к управлению транспортными средствами только в трезвом состоянии. Кроме этого, все водители, которым посчастливилось быть остановленными сотрудниками госавтоинспекции, получили в подарок световозвращающие элементы и поздравительные открытки, а маленькие пассажиры – книжки-наклейки для изучения правил для пешеходов. Спасибо вам, тоже крепкого здоровья. Вообще не пьем. Документы надо? Все. Все, счастливо, до свидания. Всех наступающим! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всем вам безопасных дорог. Если честно, вы будете не дразнить. Участники дорожного движения. От имени коллектива Асбестовской государственной инспекции безопасности дорожного движения поздравляю вас с наступающим Новым годом. Поздравляю всех участников дорожного движения. Хотелось обратиться к пешеходам в первую очередь и напомнить, что только от вас зависит ваша собственная безопасность. Отдельно хотелось сказать о детях. Их жизнь и здоровье в буквальном смысле в руках взрослых. Только мы с вами можем подать им правильный пример. Уважаемые водители, считаю важным напомнить о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Помните, что садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, и жизнь других участников дорожного движения. Водители благодарили полицейских за создание теплой атмосферы праздника и прекрасного новогоднего настроения. Все участники акции также обещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Напомним, акция проводилась в преддверии Нового года.